Поцелуй меня. Что за фигня? Да что ж ты так пугаешься? Ну а с 1 по 25 декабря каждую минуту каждого дня будет разыгрываться скинчик. Не пропустите. Это я. Паузу для вас снимать соло-контент. Все как вы любите. Хм, какой-то странный ящик, он не лутается. What's up? А давай играть вместе. Но как я могу отказать такому вместительному ящику? Так и началось наше путешествие по суровому миру Раста. Давайте наберем 8к чизеров и следующий ролик не заставит себя ждать. Кстати говоря, у моего напарника есть канал, ссылочки в описании. Передавайте ему приветик. Ну и погнали смотреть видосик. Приятного просмотра. Так, мы с тобой сразу решаем. Ты мазохист или не мазохист? Мы идем на самый прекрасный сервер. Угу. Я так давно на нем не играл. Я думаю, ты догадываешься, про какой я говорю? Нет, не догадываюсь, говори. Ру? Фейспанч? 2? Ну ладно, в принципе, уговорил, пойдем на 2. Я заспавнился, я на N5. N5? Стой, я на F6. F? Киляйся. F6. Ты издеваешься, у меня лук уже есть, как бы, у меня лошадь есть. Беги тогда. Ты уже бежишь? Да, уже скачу. Боюсь спросить, на чем? По мне стреляют. По мне тоже. Так, ну я... Да он попал в меня, слышь? Чувак, спаси, за мной тип бежит. С луком, убей его. Спаси. Вот же прыгу. Я кукурузу дам за то, что ты его убьешь. Я вижу его. Он крадется. Давай, я лечу. А у тебя тут гантрапы. Блин, ноги такие забавные, кстати. Ты видел уже, да? Слушай, у тебя тут второй верстак есть. Да. Бомба. Хочешь что-то? Можно крафтиться? Ну. Вон, вижу его. Он испугался. Я его рашить иду. Не-не-не. Нормально. Хорошо, я буду наблюдать. Все, мы наблюдаем файт. Мой друг будет сейчас стрелять с этим типом. Кто выиграет? Гаси, гаси, гаси! Убегай, бей его! Чё? Бей! А ты подо мной бегай! На! Упал. У него кукурузы много. Мы справились. Просто изи. Мы убили его. На, держи тебя. Какой-то русский ник. На, держи. Ну, будем знать то, что ты тут обитаешь. Ты один играешь, что ли? Нет, нас 8 человек. Ого, в такой кибитке. А, ну я, правда, пока не знаю, где мы обитать будем. Да, ну можно за дропом сходить. Башку дал. У него композитка. На, тычку. Хорош. Лежать, просто лежать. Так, композитка моя. Вот то, о чем я говорил. Про ящик, понимаешь? Мы обязаны дать ваншот с композитки. Композитка у тебя вообще-то. Да лутать идет его, походу. Нет, я не попал! Да. Беги. Мы в говне! Я знаю, сейчас ваншот дам. И потом я. Дал хит! Какому именно? Который в антираде был. Ждем файты. Так, мы невидимки. После этого дома. Вон убили сейчас бомжа, вижу. Вижу его. Его убили, стой, я сейчас попробую убить его. Вот и сейчас справа идет. Видишь, прыгает на это. Голову давай. Он должен левее пройти теперь. Да, он левее пошел. Убил! Тихо, не иди утать, не иди утать. Я, тише. По мне начал стрелять. Вижу его. Нет. Перестрелка идет. Убил! Еще один с двушкой! И еще один здесь! Тихо! Не спеши! Я. Дал хит ему! Убил! Лучший! Томик забрал, МПшку забрал! Лутать фастом, питон забрал! Сверху тип, сзади тип.
Убил всех. Лучший. Лучший. Лутайся, одежду, броню, все лутай. Все лутаю. Берданка. Забирай берду. Чисто два лучника на раз. Тут тип с двухой! Убил. Отходим, короче, дядя, отходим, все, отходим. Я вижу, где стреляет. Вот еще один валяется. Томпсон. Берданка. Уходим. Топор забрал. Уходим. Все, уходим. Ля-ля-ля-ля-ля, я ничего не знаю. Что это было? Давай этот дом заберем, смотри. Вот этот вот. Нам любой вообще нужен. Тут дверь одна есть. Дерево дропаю. Дверь, дай сразу пол, пожалуйста, я поставлю. Все. Но это уже все, это жесть. Это просто было ультрапотно, дядь, с тобой. Это просто жесть, смотри, что я наворовал. Ладно, я понял, смотри, у меня тоже есть вот такие вот приколы еще. Кирочки, ты слушай, ты чувствуешь старт? Это сладко, очень сладко. Пахнет каким-то турбо-стартом, тебе так не кажется? Я хотел у вас купить металл. Вы не продадите за место двушек металл? 200 металла всего надо. Нам кодовые замки поставить и все. Ой, спасибо большое. Огромное спасибо. Будем должны, если что, слышишь, обращайся, мы выше вас живем. А сколько он дал металла-то? Я фармер. Да, окей. Отобьем, если что, если начнут рейдить. Но мы обязаны теперь защищать их дом. Потом и кровью, любой ценой. Согласен. Как же это идея? Все отлично. Вау! Это недалеко. Это прям рядом. Давай чуть правее. Тихо. Они впереди прям. Прыгают, наверное. Минус. Хорош. Тут еще должен быть. Так, ревик. Вон, вижу. У меня фулл инвентарь, если че. Его убивают. Убил его, МПшка минус. Прикрывай. Хорош. Меня. Здесь открываются гаражки. Открывается гаражкой. Хорош. Плюс двушка. Ё-моё! Дядь, просто с этого меня снял, с зелёного бота. Поднимай, беги сразу. Я забрал томик. Тут тип. Жёстко. Камень скинь, и я тебя не буду трогать. Спасибо, нам хватит. Удачи. На, это тебе. Вот, забери, вот его, забери. Вот, на, держи, это тебе. Я за камнями. Можно я попробую? Стой, дядь. Иди сюда. Не, давай я тебе покажу, как надо играть. Ну-ка. Блин. Дядь, здесь можно стенку выдолбить. Смотри, иди сюда лучше. Это сейчас не я. Ух ты! Ой. Ой! Там фул залутанный тип! Я на игру сразу. Одного убил. Второго убил. Фул сет, дядь! Калаш! Где? Тише, дай посмотреть. Я забрал уже все. Ты как всегда. Ищи второго. Убил его! Плюс калаш! Пизда вам дауна. Хорошо, только не бей! Наверху тип! Сверху тип! Вижу, он голый. Нет. Убивать могу. Убил раз. Беги ко мне. Сколько у тебя сейчас оружия? Да, дай болт. Я болт только забрал, да. Болт и двушку. А оружие забрал у него, топ-сет? Топ-сет, я оделся в него. Я хотел бы вам напомнить, то, что у нас домик как бы 2 на 1. Угу.
И первым делом, чем мы должны были заняться, это обустраиванием своей крепости. Потому что места, куда скидывать лут, у нас уже не было. Поставь ящик, пожалуйста. Слушай, есть другая идея. Отойди. Ты продырявил меня. Я не могу ничего сделать. Взял, продырявил меня. Тебе не стыдно вообще? Нас неправильно поймут после таких заявлений. Ладно, ладно, согласен. Теперь я могу не таскать с собой композитку. Теперь я могу просто болтовку с собой брать. Так, давай, нам дерево нужно. И печка нужна. Я пошел дерево фармить. Давай, давай. А ну-ка, скидывай сюда наворованное. Законоплюй двор. Не, брат, на. А, это ты. Окей, окей, не, забирай обратно. Могу вам песенку сыграть. Давай. А с пританцовкой сможешь? Ого, нифига ты сильный. Блин, ты заслужил двушку, пойдем я тебе двушку дам. Но только при условии, что ты у нас под хатой не будешь сидеть. На, держи от тебя. На дерево пока тебе. Да-да, удачи. Можно вот вас попросить? Ну давай, проси. Там два пацика бегают с блочными луками. Мне угрожали, говорили, не уходишь, считали до трех, если я не ухожу, типа убивали, убили меня. И издевались надо мной. Вижу их. Убил одного. Один минус. Убил? Want, man. Слышь, второй тоже валяется, ты где? Меня убил чел, меня чел убил там с пайпа. Второй. Пока я с этим говорил. Одного убил. Второго убил. Все. И двое было, я иду лутать. Ты? Себя. Да, я бегу сейчас. Вот еще валяется, лутай его. Ну мы походу выполнили миссию, да? По спасению рядового. Там... Окей. Угу, удачи. После того, как мы выполнили свою миссию, мы пошли фармить камень, ведь нам нужно было обустроить свой домик. Минус. Тупо Дима ван тап. Можешь печку скрафтить? Печки где будем ставить? Сколько печек крафтить? 2-3? Ну, думаю, 2-3. Наш сосед попросил его сопроводить на переработчик и немножечко прикрыть. И мы не стали ему отказывать в этом. Там тип. Вижу, отойди. Нету его. Ты все переработал? Пойдем посмотрим на гниющий домик пока. Не-не-не, давай дверь. Там тип. Два типа. Три я типа. Вижу. Типы прыгают оттуда, слышишь? Может, у них все-таки что-то есть? Минус один. Кто наверху был? Там, походу, верст нормальный, они хотят застроиться, слышишь? А давай посмотрим. Второй верстак тут стоит. Так, это изи. Вот чел убегает. Тут так спокойно. Вообще идеально. Но компонентов тут по-прежнему ноль. Опа. Смотри, как улетел ты. Минус башка. Бомж. Мой интерес тоже. Бомж. А, ты что ли с этого? С дома? Так, а ты где живешь? Да вот здесь рядом. Вот это металл дом, да, внизу? Нет, я соло играю. Металл дом там 3 типа, 4 типа других бывает. Ну я тебе могу инвайт в пати дать, если ты соло. Иди сюда. Кидай. Бля, посмотри, какой домик. Не, к такому дому подходить я не хочу. По крайней мере, ну, да. В его прострел.
Слева рейдят разрывными. Я слышу. Справа изучают что-то типа. Скорее изучают. Не стреляй первым, у меня болт все-таки. Я не буду стрелять. Он, по-моему, внизу что-то рейдит, прям у нас тут. Да. Вот домик. Вижу. Минус. Минус. Лучший. Хилюсь. Хилься. Чекаю. 68 разрыва есть. Одеваю его одежду. Немного скрапа. Давай посмотрим. Это вообще бомжарский дом какой-то. Так они бомжей зарейдили. Полнейших. У них ничего не было. Все, идем. Все, давай, топаем домой. Опа, впереди. Давай. Стоит? Пойдем дальше как-то. Это байтеры. О, там тип валяется залутанный. Где именно? Вон, под домом, смотри. Убил. Хорош. Справа. Сейчас. Давай слева полутаем, посмотрим, и если что, пойдем направо. Слушай, он попал в меня. Вот валяется тип. Швак. Уходим. Ну, в итоге где-то 200 скрапа мы принесем домой. Руки вверх или убью. Плохая идея думать по мне стрелять. Это ловушка, смысл туда идти. Давай на маяк сходим, там зеленая карта может быть. И там переработаем все. Да, вам костюм антирадиация нужен. Добавьте наших челиков, чтобы мы не убивали друг друга. Слушай, а тебе не кажется то, что... Вот этот? У вас немного многовато. Я, конечно, не намекаю ни на что. А еще один. Тоже выйдем. Слышь, а что это у нас за пополнение внезапное? Ты видишь, сколько у нас пати? А я тебе говорю, мы ливаем сейчас, будем разваливать все. Спасибо, все прекрасно. Это же не то, что нам надо. Я думаю, нам нужно отсюда переезжать. Давай скрафтим третий верстак и уедем отсюда, я уже не хочу тут жить. У нас не было скрапа, и мы отправились по всем РТшкам, дабы нафармить на третий верстак и уже переехать отсюда. Выйдешь, я тебе лицо сломаю. Сразу говорю. Смотри, за мной бежит теперь. Когда новый ролик? Опа. А я говорю. Давай я первый. Ящики не залутаны. Фьюз нету. Антирад. Под нами тип, скорее всего. Вон еще ящик, полутай его. Давай. Опля. Где реалити? Герзы и скраб. Дай, что там есть сейчас? Дай посмотреть. МВК. Камера. О, корпус. Стеночка. Вот. Давай, я беру, что могу застакать. Я не пойму, а где тут спуск нормально вниз? Вот, самый нормальный, идеальный спуск. Смотри какой. Ой. Оп. Отлично спустился. Ну, 17 хп. Я не думаю, что это нормально на самом деле. Зато быстро и эффективно. Офигеть. Пустой так пустой. Опа. Сели. Я левее беру. Один умер. Видел. Вот ты сам. Он разделся. Он умер. Это сейчас был такой хитрожопый поступок или что? Ну, типа, самый умный. Типа, здесь столько типов бегает, что мы даже не догадались, кто это. Ой, ёбай, не, ну это забавно. Тут кукурузка есть, можешь похавать. ОПГ! А это что он скинул здесь? Хазмат. Ой, такой наивный парень. Хватай.
Да хватил. А здесь что? Ну это корнус. Убил второго. Ой, там ящиков много. Ты умеешь вот этих? А, нет, я помню, что нет. То, Коп-то что надо. Летит, но летит такое. Нормально. Нормально, нереально. Давай, давай, лутай уже там. Нам я не знаю, куда что скидывать. Мы можем коптер найти, у меня 200 топки есть. Мы переезжать будем или будем там жить? Третий верстак крафтим и переезжаем. Поехали. Так, пойдет. Пойдет. Так. 20 шестеренок. Опа, антирад. Калаш, о. Шприц. Я его заберу. Ну, бадик на кого? Синяя карта. Хватай. Где она? А, вот, связал. Тут кто? Стопе. Стопе. Тут кто-то был, слушай, оставил 250 ткани. Что, сколько у тебя скрапа? У меня 81 на руках. Скинь. Я с бочек на бок. На. У нас 800 скрапа, слышишь? Нам почти хватает. 700 скрапа. Ну, останется 200 скрапа, это изи там дорогу полутать и все, пойдем. Там тип в антираде. Дядь, давай обойдем. Давай направо тогда. Он как раз таки тоже направо дергает. И там вот впереди, смотри, тип бежит. Прости, брат. И ты прости. Иду смотреть, погоди, не лутай, я тебя умоляю, иду смотреть. Оп. О, бля. Оп. Димитров, привет. Привет. Для переезда нам нужен был коптер, и я отправился его искать. Тем временем над нашей хатой пролетал какой-то кланчик. Высадились на дом. Рейд сейчас. Рейд сегодня. Или проверяют, или для рейда, или сейчас рейдить будут. Четверо. Трое точно вижу. Я кильнулся. Один спустился вниз, остальные возле дома стоят с вертолетом. Не по лишнему сюда. У тебя за спиной болтовка. Ты беспалевный. На, крафти быстрее двери. Двойные. Может быть за взрывными. А может быть полетели дальше. Одного убил. Я двоих убил. Два фулсета, слышишь? Ну теперь нас точно рейдить придут. Ну, как бы я не боюсь. Будем честны. Караулят, сынки. Подожди, я как бы сейчас не понял нафиг. Кто это у нас тут на крышу высаживался? Мы скрафтили третий верстак и отправились строить наш топовый бункер. Вот. Мы перенесли абсолютно все со своего прошлого дома и начали новое выживание. Так, у нас 13 ракет выйдет и немножко разрывных. Так, стоп, какие 13 ракет? 18? Что? После нашего переезда наших знакомых зарейдили польские читаки, и мы решили отфармить на их домик. Тем более дом у них был слабоватый. К слову, несколько из них были в онлайне. Так это тот самый дом, который мы хотели зарейдить. Ты скрафтил план постройки? Да, скрафтил почти. 6 секунд, 5. Подожди. Идеально. Так, стопы. Я запрыгнул. Кого ты там услышал?
Я убил двоих или нет, я не пойму. Вот это я пролагал, сейчас. Начинай. Надо лестницу сломать и дай вот этот потолок. Спуск вниз. Отойди. Ща не блочь. Я не блочу тебя. Тут ящики. Нет, не поставил. О, что отлично. Не понял. Это его дом. Опа, онлайн? Да. Я в центре тут. Вот, а вы? Хорош. Хорош. Чекай с палки. Тише. Удар. Может, у него немного там дверей? Да, скорее всего, немного. Да, блин. А, разрывные есть? Да. Ломай. У него мало дверей. Доламывай. Доламывай. Так, вон там я покоцал его, походу. Не-не-не, это слипер. Да? Угу. МВК. Сколько мяса? Есть. Но это жопа, дядь. Так, подожди, не заходи, мне надо бахнуть эту дверь. Ой. Выйди, выйди, выйди. Давай. Добивай. А он умер, что ли? Или он здесь? Не-не, тут никого нет. Сколько тут нефти? Видел. Так, спалку ломать. Чувака, мне сколько? Ты металла видел сколько? МВК, ломай спалки. Стопы, погоди, они наверх могут за... Мы ж проломали дверь. Я одного убил в хлам. Вынеси мне дерево наверх. Сейчас вынесу. Спалку тебе отдал. Хорош, 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 хорош. Я двоих убил, но тот мешал мне. Прям в центр стреляй, потому что... Хотя можно было правую и левую дверь выносить. Ну ладно. Офигеть, тут челик половину дверей пооткрывал. Я посмотрю, погоди, не бери ничего, погоди. Ух, смотри, сколько металла. Это окуп, это окуп. Я тебе говорю, я говорю. Раз, два, три. 17 тысяч. 20 тысяч серых. Знаешь, что давай сыграем здесь? Во что? Ой, ля, просто идеально. Давай подыграю тебе. Эй, почему не играет? А это наша музыка, смотри. Просто лучшее.
Просто лучше. Все, погнали вниз. Не, ну чтоб так развалить. Просто жестко. Все, скинул. Хватит, блядь, те. Свум, прием. АФК, что ли? Хватай все, что нужно. Угу. Так, ну мы свое дело сделали. Читаков выселили, лут кепочки дали, а с вас лайкосики. Хм. И не забывайте передавать привет тиммейту. Всем пока.